Здравствуйте, в эфире программа ЖКС, жилищно-коммунальный совет. Меня зовут Альбина Плечук. Сегодня будем говорить об оформлении документов на недвижимость, когда без нотариуса не обойтись. Когда без нотариуса не обойтись, будем сегодня мы выяснять с нашей гостью, с Инжей Мухаммедгалиевой, начальником отдела государственной регистрации недвижимости физических лиц Управления Росреестра по Татарстану. Инжей Иснудан, здравствуйте, спасибо, что к нам сегодня пришли. Тема остренькая. Остренькая, я думаю, что нашим телезрителям она будет интересна. Давайте сразу сходу пригласим всех к нашему разговору. Звоните, пожалуйста, по номерам телефонов 511-99-66 и 8-800-532-55, если вам сегодняшняя наша тема интересна, если вы сейчас собираетесь продавать недвижимость или покупать, или дарить, быть может, и как раз задаетесь вопросом, а нужно ли бежать к нотариусу. Постараемся на ваш вопрос ответить. А кроме того, до начала эфира традиционно в нашей группе ВКонтакте, группа называется «Татарстан-24», мы запускали голосование. Спрашивали мы вас, уважаемые телезрители, а вот вы оформляете сделки с недвижимостью через нотариуса или без нотариуса? Обратите внимание, периодически в уголочке экрана будет QR-код появляться, на него можно свой смартфон навести, в нашем голосовании принять участие, и чуть попозже в выпуске мы обязательно итоги подведем. Инжей Смогдановна, вот очень быстро меняется законодательство. Совсем недавно легко люди в простой письменной форме составляли договор купли-продажи, дарения и прекрасненько себе любые сделки с недвижимостью, прекрасненько себе отчуждали и квартиры, объекты недвижимости. Экономили хорошо на нотариусе. С недавних пор, насколько я знаю, у нотариуса нужно оформлять сделки с недвижимостью, но не все. Давайте сегодня будем в нюансах разбираться. Что за изменения в законе произошли? В каких случаях к нотариусу надо идти непременно? Ну, действительно, вы правильно сказали, законодательство, в частности, в части оформления формы, да, сделок, то есть либо нотариальная форма, либо простая форма, значит, то есть без участия нотариуса, в этой части законодательство очень часто менялось. Я начну с того, что вот с 1 января 2000 года, когда регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним начала заниматься, ну, тогда называлась Государственная регистрационная палата, по старинке, да, до сих пор многие называют Регпалата, да. Регпалата, да, сейчас это Росреестр. Значит, вот с того времени законодатель позволил совершать сделки, в том числе по отчуждению, в простой форме, то есть не нужно было уже идти к нотариусу. И люди, конечно, постепенно привыкли, да, к этой форме, потому что, ну, правильно вы сказали, что это менее затратно, то есть можно было даже самим дома напечатать на компьютере, mm-hmm. или даже написать от руки. Я помню, что мы видели такие формы, ну, то есть виды, скажем так, оформления таких договоров, да, что, в принципе, не было каким-то там нарушением закона. Главное, чтобы были соблюдены условия договора. И, конечно, значит, это было удобно, это было дешево, практически, может быть, бесплатно, да, в какой-то степени. Единственное, что оплачивалось, да, государственная пошлина за государственную регистрацию. А с конца 2015 года вот уже законодатель ввел обязательность оформления сделок, некоторых видов сделок. Это сделки по распоряжению с имуществом несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных граждан. Кроме того, сделки по продаже доли праве собственности на объект постороннему лицу, сделки по отчуждению земельных долей и сделки по соглашению о разделе имущества между супругами. То есть вот такая вот определенную категорию, да, законодатель выделил и, значит, внес изменения в закон об обязательности их нотариального удостоверения. Я думаю, что это не просто так, да, все-таки нотариус вот для такой категории, да, часто социально незащищенной категории населения, является определенным гарантом, да, соблюдения прав, законных интересов сторон сделки.
то есть проверяет юридическую чистоту сделок и так далее, и несет, конечно, ответственность за удостоверение. Про детей, про несовершеннолетних сказали, а когда ты отчуждаешь долю, например, продаешь долю ребенка, ты же так и так должен получить разрешение у опеки. Это разве не дубли функции? Одно другое не изменяет? Нет, нет. Когда есть разрешение от опеки, все равно нужно нотариально оформлять это отчуждение доли. Да, одно требование не исключает другого требования. То есть вы правильно вспомнили требование о получении, вернее, разрешения органа опеки и попечительства на распоряжение имуществом несовершеннолетних, а также недееспособных граждан, ограниченно дееспособных граждан. О них мы тоже не забываем. Это те граждане, которые по решению суда были либо признаны недееспособными, либо ограничены в дееспособности. Ну, как правило, в силу заболевания, либо там в силу какой-то алкогольной, наркотической зависимости, да, выносится решение суда, гражданину назначается опекун либо попечитель. То есть вот для этой категории граждан еще с 96 года, когда был принят Гражданский кодекс, появилось вот это требование о получении разрешение органа опеки и попечительства на распоряжение имуществом. Это требование, оно до сих пор в силе, то есть разрешение органа опеки, конечно, нужно получать. Орган опеки, давая разрешение, ставит условия. Да? При каких условиях можно, допустим, продать квартиру несовершеннолетнего, к примеру, при условии покупки равнозначного, да, жилья, либо, может быть, там условия какого-то, ну, допустим, денежные средства, которые получены от продажи, положить на счет этого лица, да, ну, то есть орган опеки сам определяет. А при этом все-таки появилось еще и требование нотариального удостоверения таких сделок, то есть вообще все, если со собственниками либо собственниками имущества являются вот эти лица, несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные, эти сделки обязательно должны совершаться у нотариуса. То есть нотариус проверяет в том числе вот это наличие этого разрешения органа опеки и попечительства и проверяет, соблюдены ли условия, при которых орган опеки и попечительства разрешил совершить эту сделку. То есть приобретено ли на имя несовершеннолетнего другое жилье. Либо обычно там... это же бывают встречные сделки, да? Обычно сидишь у нотариуса, и обычно бывает встречная сделка. То есть совершенно ты вот, верно. Ты даже не так. Ты даже сначала покупаешь квартиру, допустим, трехкомнатную, в которой ребенку выделяешь там одну треть доли, и 10 минутами позже, тоже в процессе оформления документов, ты продаешь ребенка долю, например, в предыдущей двухкомнатной квартире, допустим, семья расширяется. Обычно это происходит в одном кабинете, вот прям из на момент. Да, но это может быть не обязательно, да, может быть, вы там семья решила переехать в другой регион и там оформлять. Но вот в любом как? Случае нотариус это все проверяет, да, чтобы как раз, как я уже сказала, чтобы соблюсти права и законные интересы вот такого вот гражданина. Вот на примерах всегда, на жизненных примерах легче всего воспринимается. Давайте какой-нибудь пример из жизни приведем, когда, например, люди, ну, скажем, из одной семьи, и вот им почему-то надо, почему, объясните нам, почему нужно нотариально заверять свою, ну, например, братья и сестры, допустим, какой-нибудь пример из жизни, братья и сестры, допустим, два брата, одна сестра, один другому долю продает. Альбин, мы до этого, перед этим, да, вот про несовершеннолетних говорили, это требование, которое было закреплено, вернее, закреплено, да, статьей 54 закона о государственной регистрации недвижимости, федерального закона номер 218 ФЗ. То есть хочу сказать, что это требование не придумано нами, это требование, закрепленное в законе. Когда мы говорим о продаже, об отчуждении, не обязательно продаже доли, это тоже требование закреплено в статье 42 218 Федерального закона о государственной регистрации недвижимости. И оно звучит так, что сделки по отчуждению доли в праве, либо сделки, договор ипотеки доли в праве тоже подлежит обязательному нотариальному удостоверению. За исключением, когда все доли в объекте недвижимости отчуждаются по одной сделке, либо все доли закладываются по одному договору ипотеки. Также исключением является, когда доля является имуществом паевого инвестиционного фонда, осуществляется распоряжение, либо когда доля
значит, является имуществом, подлежащим изъятию для государственных или муниципальных нужд. Но это исключение. А вот, да, вы правильно говорите, вот на конкретном примере. Мы к долям подбираемся. Ага. Как раз вот очень частый пример из нашей практики, из практики управления Росреестра, с которым регистраторы практически каждый день сталкиваются, ко мне подходят, и заявители потом звонят и спрашивают, действительно ли это так. Ну, к примеру, значит, квартира принадлежит троим, да, отец, мать и, допустим, сын. Значит, ну, к примеру, они приватизировали по 1/3 доли. Так. И теперь отец решает подарить свою 1/3 долю сыну, допустим, да. Значит, как совершить эту сделку, чтобы, ну, все было правильно в соответствии с требованиями закона? Как я уже говорила, в соответствии с статьей 42 218 федерального закона, сделка по отчуждению доли подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Хоть даже это семья, мама, папа, сын, все друг друга любят, друг другу доверяют, все равно тупо к нотариусу. К сожалению, у нас законодательство не предусмотрело вот такие вот исключительные случаи, когда вот, допустим, близкие родственники, да, отчуждают. Причем отчуждают, слово отчуждение, оно предполагает и продажу, и дарение, и мену, ну, то есть любое, да, распоряжение. Соответственно, в данной ситуации, вот в том примере, в который я привела, поскольку отчуждается 1/3, одна доля, неважно, там, сыну он дарит, либо, может быть, дочери там от первого брака, неважно, да, либо продает, либо что-то, эта сделка обязательно должна совершаться в нотариальной форме. Но это вот требование такого закона. Все понятно. Звоночек в студии у нас есть. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Павел. Вот у моей мамы доля в частном доме. Как оформить договор дарения на меня, на единственного сына? Неужели надо идти к нотариусу, стоять в очереди, платить деньги? Доля в частном доме, а вторая, а еще другая доля кому-то другому принадлежит, да? Да. Вот ну ситуация. Вот это, в принципе... Сейчас разъясним. Спасибо. Это, в принципе, только что вот я объяснила, да, неважно, да, в каком объекте, в квартире, или в частном доме, или в гараже. То есть, если у мамы доля только, и мама хочет подарить, там, ну, как правило, люди говорят, как переписать, то есть нужно совершить сделку. Либо это договор дарения, либо это договор купли-продажи. Соответственно, поскольку идет отчуждение только одной доли, соответственно, нужно идти к нотариусу. Даже если вы единственный сын, даже если ваша, как говорится, мама вас любит всей душой. Ну, вот такое требование закона. Вот такое требование закона. Если вдруг, Инжик Смагдановна, вам принесли документы, которые не заверены, а должны быть через нотариуса оформлены, вы их примете. Как вот дальше дела обстоят? Ну вот по поводу того, как все-таки, когда все-таки такие документы сдаются, да, тоже я говорю, что частая ситуация, и люди нам вроде бы и звонят, и предварительно консультируются, но все равно сдают договор в простой форме, думают, может быть, авось... Ненотариальный, может быть, авось там как-то... Пройдет оно. Регистрация. Сразу скажу, да, и часто бывает, говорят, что вот, мы же в МФЦ сдали, у нас приняли, и вот как бы никаких вроде бы замечаний не возникло. Я всегда говорю, всегда, везде и всем о том, что сотрудник МФЦ, он только принимает документы. Он обязан принять документы, даже если сотрудник понимает, что эти документы, ну, Не полный пакет, либо документ оформлен с нарушением требований законодательства, он обязан этот пакет документов принять. А вот уже проверяет, проводит правовую экспертизу, как это называется, государственный регистратор прав, то есть, ну, вот, сотрудник управления Росреестра, да, государственный регистратор. Так вот, если государственный регистратор видит, что все-таки вот такой документ подан в простой форме, а должен был быть в нотариальной форме, значит, регистратор прежде всего ставит в известность заявителя, да, у нас практика такая, что мы звоним заявителю, либо регистратор звонит, либо помощник регистратора специалист звонит, объясняет все требования закона и то, что все-таки нужно пойти к нотариусу. Как правило, мы предлагаем приостановить регистрацию, поскольку все-таки поход к нотариусу – это не
не такой не одномоментный акт, да, то есть нужно пойти, собрать какой-то определенный пакет документов, нотариус должен все проверить и так далее. Поэтому требуется чтобы время. Документы вернуться, да? Приостановить пока регистрацию. Да, все удостоверить договор у нотариуса и потом сдать этот договор уже нотариальный и возобновить регистрацию. И тогда регистратор снова вернется к вашим документам. Они пока будут лежать, отложенные, да, ждать, когда вы донесете договор в той форме, в которой требуется. Вот. Если же все-таки наш заявитель никак не хочет понять, регистратор будет вынужден сам приостановить регистрацию по пункт 13 части 1 статьи 26, есть основания для приостановления на срок до 3 месяцев, и если через 3 месяца причина не будет устранена, то будет отказано в регистрации. При этом будет потеряна государственная пошлина. То есть надеяться, что все-таки регистратор передумает и что-то сделает, нельзя. И очень важный момент, я еще скажу быстренько, да, нужно понять, что Гражданским кодексом Российской Федерации определено следующее: несоблюдение нотариальной формы договора влечет ничтожность сделки. То есть вот данный договор является ничтожным или, иными словами, недействительным в силу закона. Данный его легко оспорить, другие, например, внуки. Его даже оспаривать не надо. Он в силу закона является недействительным. То есть, если даже... Зачем вам это надо? Да, вопрос. Совершенно верно. То есть надеяться, что, ну да, ладно, даже если регистрацию не прошло, вот я тебе подарил, на, как говорится, пользуйся. А в любом случае, ну, надо понимать... Юридической силы эта бумажка иметь не будет. Юридической силы абсолютно не имеет. Еще звоночек у нас есть в студии. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите. Здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня муниципальная квартира, у меня прописано двое детей. Если я... и одного ребенка выпишу, потом будет они будут иметь долю. Муниципальная квартира, не собственность? Ну, речь идет, видимо, о процессе приватизации квартиры, да? То есть, да, не совсем. Нет, нет, квартира не приватизированная. А вы ее планируете приватизировать позже? А? Вы позже ее планируете приватизировать? Да, планирую. Так. Вот. Тогда второй ребенок выписанный. Планирую. Будет? Все понятно, ага. Не совсем, конечно, по теме. Тут к нотариусу ходить не надо. То есть у вас ребенок несовершеннолетний, что ли, которого вы планируете выписать? Нет, они совершеннолетние. Если вы... Тогда не совсем понятен вопрос. Еще раз задайте, пожалуйста. В общем, вот двое детей. У меня просто дочь уже не живет 18 лет и не платит. Я хочу ее выписать. Если я ее выпишу, она потом будет на эту квартиру претензии какие-то иметь? Ну, во-первых, надо еще раз все-таки озвучить, что у вас квартира не приватизированная, то есть квартира не является вашей собственностью. Если вы сейчас дочь выписываете и потом приватизируете квартиру уже на себя и на сына, то, соответственно, доли будут в квартире только у вас и у сына. Дальше дочь может претендовать только, на получение наследства, если, допустим, вами не будет составлено завещание. На свою долю, если вы не напишете завещание, то дочь является вашим наследником по закону. То есть она после вашей кончины получит свою долю в наследстве. Вот таким образом она может претендовать. Спасибо. Спасибо большое за ответ. Давайте подведем итоги нашего голосования, о котором мы в начале программы заявляли. Мы сегодня спрашивали вас, уважаемые телезрители, наши подписчики, а вот вы оформляете сделки с недвижимостью обычно с нотариусом или без? Конечно, через нотариуса. Так надежнее, ответило большинство, 64 практически процента неполных. Лучше без нотариуса. Зачем эти лишние расходы? Сказали неполных 13%. И практически каждый четвертый ответил, а мне еще не приходилось ничего оформлять. Вас такой результат удивляет? Ну, если честно, да, удивляет. Все-таки к нотариусу, как правило, идут тогда, когда вот требует этого закон. Но хотя, опять же, не исключаем случаев, можно пойти к нотариусу, и когда не обязательно
найти. Да? Вот мы с вами решили заключить договор купли-продажи и решили все-таки для надежности давайте пойдем к нотариусу. А это добавляет надежности, правда? Это добавляет надежности, потому что, как я уже говорила, нотариус страхует свою деятельность, и в случае, если вдруг по вине нотариуса наша сделка будет расторгнута, нотариус, ну, то есть страховая компания нам выплатит, да, какое-то возмещение мы получим. Не какое-то, а вот, соответственно, то, которое мы понесли. Вот. Поэтому люди все-таки, кто-то, даже при случае, когда к нотариусу идти не обязательно, идут к нотариусу для надежности. Но все-таки таких не так много, поэтому цифры немножечко удивляют. Полминутки до конца эфира остается. Давайте еще раз прямо на пальцах. Случаи, когда необходимо идти к нотариусу, это не блажь, это не просто хотелки специалистов Росреестра, а действительно требования закона. Это все, что касается долей, тогда, когда мы покупаем, отчуждаем долей. Доли. Продаем, дарим, меняем доли, какие-то доли, не все доли, а какие-то доли, одна третья из квартиры, там две трети и так далее. Если дарятся все доли, если, например, квартира на троих по одной трети и дарится полностью вся квартира по одному договору, тогда к нотариусу идти не обязательно. Сделки, когда отчуждается имущество несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных лиц. То есть вот в этих случаях запомнили. Обязательно. Спасибо огромное. Спасибо, пожалуйста, Анжелика Магдановна, что сегодня к нам пришли на интересную тему, с нами поговорили, острую, актуальную всегда. Спасибо большое. Это была программа ЖКС об оформлении документов на недвижимость. Мы сегодня говорили, и в каких случаях разбирались. Без нотариуса не обойтись.